Да, вона чого сягнув кнопку? Да я вижу. Карта, кстати, намного больше, заметили? Или это просто ощущение из-за того, что она типа... Из-за того, что вот пространство вокруг меня? А, ну окей, так надо. Гол! Дискай. Ворота в пиве. Не, за сегодня я так научился играть. Молодцы, вы так классно делаете. А, кто меня пнул? Кто мяч пнул? Я. А, и меня заражу за мячом, окей. Давай. Нормально. Лети. А, ну вот это было неприятно, конечно. Опа! Не очень. Опа! Блин, еще раз не очень. Два удара почти стоит. Найс, успел. Ладно, давай. Отлично, нормально. Сейчас ударим. Да, лучше. Ну, мы просто разогревались там. Так, ну, конечно, Shadow Ninja молодец. Ладно, что ты сегодня не разбиваешь, пока ну что за дела? Я на воротах. Ну да. Никакой радуги, только хардкор, только ракет лига. Как ты не забил? Да зачем ты второй раз ударил? Я там так идеально летел. Я подбил. Закидывай. Давай. Что ты сделал? Нормально, забивай. Ладно, я забью. Лемели. Чертов лемели. Ты, кстати, очень классный звук изоку. Они тебе ворота опять ведут. А у меня суперсила. Подожди, не мешай, суперсила. Давай, я. Да что? Зачем? Кто это сделал? Да как? Ты просто выбил мяч из их ворот, ты понимаешь? Ты выбил, значит, за кого-то не забил. Все, я закатил. Почти. Да как он выбил? Зачем? Блядь, наркоман, что ты делаешь? Ты раздулся или что? Что это сейчас было? Да просто из моего магнита мяч выбил. Да что это сейчас было? Гол! Блин. Как они... Нет, ну они прям идеально... Ты видел, как они отбивали? Да, я видел, они прям идеально отбивали. Да мы надавили, все-таки надавили. Как тогда есть вообще? Не умею играть. А, вот. Я сделал не очень правильно, то, что тебя поставил. Немного. Нормально. Не, ну вот с этими штуками намного веселее играть, согласись. Давай в сухую. Я предлагал сухую, но еще не было игры сухую, а сейчас будет. Так, кто-то подойдет, я упну. Отлично. Докатывай, я забью. Все, это гол. Не, ну пацаны, вы что такие ватные? Может в СИЖ пойдем, мы вас там раскатаем. Не, давай в СИЖ пойдем, и мы их там раскатаем. Ты посмотри, что вы сделали. Ты... Забивай. Отлично. Ну и что? А сколько он стоит? Подожди, сколько он стоит? Сейчас. Косарь, слышь. Косарь? Косарь 200 убегает. А, нет, сон. Такое себе, если честно. За онлайн платить больше 1000.
Нет! Почему? Да я просто сразу ушел за бусом. Да, я за нитр тебе брать. Нет, чё, я, приди я на секунду раньше, то я вырос. Короче, главное правило, за бустом не ходить сразу. Это то же самое, что вратарь пошел попить воды во время матча. Именно во время игры. Попить воды. У него же там бутылочка стоит. Обычно. Так, у меня этот... Не толкай меня, у меня очень классная штука, не толкай меня. Да, блин. Наркоман, пожалуйста, не трогай мяч, пока у меня эта штука. Да, что вы делали? Наркоман, что мы с тобой сделали сейчас? Вот ты просто... Что ты сделал? Ты просто меня заставил. Сейчас за минуту не забьем еще фигуру. А там не видно, там не видно. А! Я очень сомневаюсь, что мы сейчас за минуту забьем фигуру. Да блин, мы должны были суху победить, но на команду хуйню еще делать. Пешка наш команда. Бам! Как? Нормально. Это почти. Обогнал. Ну, они не успеют, но они могут еще один забить. Не нам нельзя еще один упустить. Главное, не как они означили-то? О, давай, езжай. Давай. Отлично. А я, короче, во время твоего поездки вот этой штукой, я типа заморозил мяч, и мне засчитали голевую передачу за то, что я заморозил мяч во время поездки. Прикол? Халявно голевую передачу получил. Это чё? Ты где? Наркоман! Наркоман, чё прикол? А, я потому что ушел, это на карте не видно. Он подобрал, и он...